Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня я делаю видеозапрос. Сегодня я вас принимаю в моей ванной комнате. Ее вы уже знаете, те, кто смотрит меня некоторое время. И сегодня я хотела бы показать вам мои консилеры. У меня уже есть видео по уходу за областью вокруг глаз. Те, кто меня смотрит некоторое время, знают, что у меня достаточно большая проблема, с которой я борюсь. Это круги, синяки, а больше даже не круги, не синяки, а впадины, которые ничем не замазать, никак не скрыть. Сказать, что это не комплекс, это, наверное, солгать. На самом деле, я борюсь с этим. Я, когда смотрю утром на себя, мне не нравится это. Это прибавляет возраст, но, к сожалению, часто от этого никуда не держится, кроме хирургического вмешательства. Поэтому сегодня я покажу вам мои консилеры, которые я использую. Но сразу хочу вас предупредить, что каких-то магических средств, чтобы скрыть все эти круги, впадины и недостатки, нет. К сожалению, такого нет. Если бы это было, то я бы обязательно это купила, хоть за какие деньги. Но все-таки есть консилеры, которые мне нравятся, есть консилеры, которые мне не нравятся. И если вам интересен формат такого видео, то оставайтесь со мной. На данный момент вот оно, мое богатство. Сколько же здесь их? Я даже никогда не считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Некоторые из них практически уже закончились. Я их вам показала в пустых баночках, но все-таки оставила, чтобы снять такое видео. И начну я как раз с такого консилера. Это консилер Chanel. Про него я вам уже рассказывала. Это очень хороший консилер, у меня в номере 20, идет он вот в такой упаковке с кисточкой, очень удобная. У него немножко желтоватый подтон, поэтому кому не подходят такие вот желтоватые текстуры немножко, то ищите что-то другое. Это номер 20 такой, может быть, в других номерах он и не такой. Что здесь хорошего в нем? Удобная упаковка, продукта много, цена нехорошая, текстура очень хорошая, не сухая, хорошее покрытие. В общем, этому консилеру я ставлю 5. У кого нет таких недостатков или проблем, скорее всего, а не недостатков, как у меня, то этот консилер вам даже очень подойдет. Следующий консилер это от Make Up For Ever. Вот такой, не знаю, выпускают они теперь его или нет, у меня в номере 1 Anti-Cern Lift Concealer. То есть он как бы и подтягивает, и скрывает недостатки. Идет он вот в таком тюбе, не очень удобно постоянно, или мало, или много выдавливаешь продукта. И в номере 1 он достаточно белый. Да, прям вот кто немножко такие смугленькие или загорелые, он будет у вас как такой белый, сильно как клоун вы будете. Но все-таки я его люблю за то, что у меня, я наношу, например, консилер от Chanel, и вторым слоем я наношу его, так как он подсвечивает. Он как бы выбеливает, и вот эти круги, синяки, они не так видны. Хотя, вот сейчас смотрю на себя на камеру, и все-таки очень даже видны. То есть, хороший продукт. Make Up For Ever. Мне нравятся их консилеры, они достаточно легкие, неплотные,
сразу же покажу вам вот такой нашумевший консилер HD Ultra, Ultra HD, у меня в номере 30, но он очень хорошего цвета, подходит мне, упаковка такая вот кругленькая, и покрытие у него, написано, что он невидимый, и хорошее покрытие, но покрытия мне всегда не хватает, но все-таки он не сушит. По цене он достаточно таки корректный, ну, по сравнению, например, с Шанель, и мне он нравится. И я думаю, тоже у того, у кого небольшие круги и впадины, будет самое то. Присмотритесь. Yves Saint Laurent Touche Éclat. Очень хорошее средство. Но как отдельное средство для перекрытия синячков, мне его не хватает. Поэтому я его наношу в течение дня. То есть вот когда в течение дня, тогда ничего. Он подсвечивает тоже, создает такую текстуру немного сияющую под глазами. Но вот эти вот впадины, их уже ничем не скрыть. Так что, ну, все равно как-то более свежий получается цвет лица. У кого есть возможность, Touche Éclat я советую. Советую для молодых девушек, у кого нет проблем. Очень легкая текстура, подсвечивает. То есть, если вы хотите подольше, побольше узнать об этом консилере, я думаю, забейте в гугле, вам там расскажут все-все-все. Еще одно мое приобретение, это от L'Oréal, вот такой консилер Infaillible. Вот так он выкручивается, как помадка. У меня в номере 4, Beige Doré, да. И что я хочу сказать, мне он немного суховат, то есть сушит, ну а когда кожа возрастная и подсушивает, то все морщинки, они естественно проявляются, чего нам совершенно женщинам под 40 не надо, поэтому, скорее всего, его уже я и не куплю. И последний мой консилер, это консилер от MAC в номере O1. Такая вот помадка. Неплохой консилер, не сушит, хорошо перекрывает, наверное, самый плотный, что у меня есть. Ну, наверное, вот нужно мне было бы купить второй тон, а не первый. Немножко выбеливает он под глазами. А так очень даже, ну, цена у него, конечно, не очень хорошая. То есть, что я вам хочу сказать? Вот показала я вам все мои консилеры. То есть, что-то такого... много рассказывать о них, я даже не знаю. Для меня, в принципе, они все немножко одинаковые. У кого-то легкая текстура и недостаточно покрытия, другой более увлажняющий, третий более сухой. То, что подойдет вам,
Я не знаю, нужно пробовать. Если вы молодая, если у вас нет синячков каких-то впадин, то вам и не нужны какие-то замазки такие вот глубокие, как мне, чтобы не сушило. В принципе, и женщинам в возрасте, но есть синяки, от них нужно избавляться. Меньше, может быть, пить воды, меньше есть соли, спать больше. Но пока спать мне не удается больше, соль я и так ограничила, воду ограничила. Но я думаю, что это все-таки уже генетический какой-то, какая-то проблема, и все эти мазилки, к сожалению, они меня не спасут. Нужно отдыхать, нужно правильно питаться, нужно делать маски, нужно накладывать патчи, увлажнять, и тогда все будет хорошо. То есть, не знаю, будет ли кому-то полезно такое видео, но я сделала, рассказала вам все, что знала, и всех целую, всем пока и до новой встречи!